Наш известный почтальон Максим Давыдов отправился в Сенгилей. Многодетный папа, предприниматель, один из самых активных и отважных помощников российских военных. Он провел урок мужества для студентов педагогического техникума. Максим рассказал захватывающие истории с передовой. В них есть место и смеху, и печали. Также на уроке состоялся показ художественного фильма патриотического характера. Снял мой хороший друг и товарищ Роман Разум. Сегодня мы как раз показали премьеру. У нас Ульяновск получил. Получается, мы за 3 дня 3 раза показали уже этот фильм, и как показывает практика, все эти фильмы, вы сами сегодня видели, что половина фильма все встают и досматривают фильм стоя. Пронзительная история семьи военного. Поля сражений, любящие жена и сын, ожидающие своего героя. Эта жизненная кинолента мало кого может оставить равнодушным. У зрителей всех возрастов периодически выступают слезы. После показа фильма и беседы с почтальоном ребята и их преподаватели начали упаковывать именную посылку для земляков. Крупы, консервы, письма, блиндажные свечи. Этот набор стал практически стандартным в последнее время. А студент Антон Мишанкин передал бойцам свой талисман. Для меня это очень важная вещь. Он со мной был всегда и везде, уже где-то на протяжении 2 лет. Я с ним был повсюду, считаю, для меня талисман. И хочу его передать любому солдату, чтобы он знал, что мы его ждем дома. Такой же урок Максим провел и для школьников. На занятия пришли 9-классники. Они тоже подготовили подарки для наших военных. Девчонки наплели разноцветные браслеты. Вместе с ребятами они смастерили игрушки-сердечки. По словам почтальона, подобные милые презенты очень радуют суровых мужчин. Посылки погрузили в автомобиль. Скоро Максим Давыдов снова отправится в путь. За ленточку. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.